Надо, кстати, это пойти Карна завалить и его с собой взять Капразуха, как раз как, чтобы он хоть рядом постоял, чтобы опыт ему дался. Накачать их. Тоже. Мне кажется, я не найду большого левела здесь. Блин, я помню, как они мне не нравились к нему начальных левелах, эти Капразухи, я их прям ненавидел. Да, особенно когда стартуешь там. Да, я в болоте. На болоте каком-нибудь. Да, я вот как раз на болоте первый раз стартанул. Блин. Я не знал, что можно было выбирать локации там всякие, да, то есть. Было, это была жопа. Я прям вот стартовал, и у меня уже очко, блин, играло. Так он, видишь, интеллект там еще специально сделал, что он воду еще тащит. Не просто так тебя хватает, а прям воду носил. С другой стороны ничего нет, болоте. А, это я вот сюда обратно прилетел сейчас. Надо кого-нибудь убить, пожрать, тут не еды нечего. Пятнадцать хп. У кого? У Рекса. Нормально. Ну. 417 урона. Нормально покачались вчера. Ну вот фулл левел апнешь, тогда уже скрещивай и тому второму тоже. Ну а фулл левел это какой? А фулл левел это будет, когда у тебя будет гореть постоянно этот справа стрелка в верхнем углу в правом. Она какая? Раз, два, три, четыре, пять, пятая по счету. Вот как у ведьмы. Заходишь в ней, у нее она вверху. И не прибавляется больше. Вот еще показок нашел. Помазал что-то. Лягушка тут. Он еще прикол-то в том, что он у всех разный. Кто какого уровня изначально. Так я и говорю, то есть ты все равно увидишь. Блин, его меганевры загрызли. Что-то они вообще каких-то ватных из них сделали, этих прозухов. Прям вообще вдыхают. Так, а жаба чё, он сам... А чё у него гореть, говоришь, будет? А? Чё гореть будет? У кого? Ну ты говоришь, у максимального уровня. Сейчас. Да, у них есть разделение по полу. Пятый значок с верхним в правом углу у тебя. Стрелка. Там на ней плюсик. Она у тебя будет вся такая, не знаю. Да, то есть она у тебя не будет не опускаться при левеле, не подниматься. То есть все, она будет на фуле. Это вот как у ведьмы. Ты заходишь. Вот я сейчас к ней зашла и посмотрела, чтобы понять. Да, то есть она. Я потому что на ней же ГМ-ку юзал на ведьме, она максимально. Чувствую, мне теперь за достижения Steam не будут идти. Из-за этой фанельки. Из-за того, что юзал или что? Да. Ну это как типа читы считаются. Блять, да? В болоте Рекс ходит какой-то. Это, наверное, тот. Обычный. Так, змея. А, нет, альфа. В болоте ходит. Альфа Рекс? Да. И Карн тут недалеко еще. Будет сходить. Убить. Я и говорю, он, блин, что-то про... А, там Капразух рядом с ним. Блять, меня змея клюнул. Надо Капразуха взять.
Блин, в деревьях ни черта не видно вообще. Так, а он альфа или нет? Я что-то не пойму. Вроде альфач. Да, свет есть. F-T-Rex. 14. Так, вот, по-моему, кубразу. Да. Так, ты 39-й, ништяк вообще. Ты сколько летаю по лесу, не могу найти ни одной кошки больше. А ты не найдешь их, их надо, блин, не знаю, либо бегать, либо это присматриваться, потому что я вот тоже летаю, ни хрена мобов не вижу вот так. Они могут даже я не в лесу, они могут на берегах быть. Я и бегаю тоже, и все равно не могу их найти. Зэ, вот тут тоже по болоту вроде летишь, никого нет, спускаешься, там всякого говна, блин, скрыто. Я просто вчера на рейсе шла и просто вырубала все, что видела. Не, кошку надо еще одну взять. Хотя, в принципе, она бесполезна в этом. Ну, мне вот в прикол на ней бегать. Не, так-то... Я имею в виду, в пещерах она бесполезна, то есть нельзя... В пещерах это понятно, но так она вообще доставляет. Закупался? Попозже схожу, чекну. Я же вчера искала. Только одну нашла. Ну, курить, Макс. Макс! Да, здорово. Привет. Как у тебя дела? А это... Я тебе не скажу. Как там в ванной? Тепло. Левая, правая? Обе. Ух ты. Мощно ты. Thank you.
полка. Что? По телевизору говорят, не грамотно. 13-го полка. Полка это вот. Да понятно, что полка. Какой идет? Ну а это в рекламе суставная боль, блин. Суставная. Кому это вообще в голову пришло? Шумно. Алло. Привет. А, завтра все сидит? Я даже не знаю, что меня только спросили, потом будет. Ну, шкафу надо что-то для допинания. За помощь я помогу. Да. Хорошо. Да. Ну, хорошо. Давай. Помочь тебе помогу. Шкаф, кстати, 70 помогло. Ой. Я же знаешь, когда я последний раз пользовалась? Да, конечно, все прекрасно. Да, кстати, эти паразавры начали активно нестись. Это, скорее всего, из-за того, что два самца. Мне так кажется. Может быть. Потому что когда их не было, он вообще не нес. В чем твоя проблема? Кураторы дохуя несутся. Там. Хера особи. Действительно. Может. Так, пролей. Да? Смотри, с ним будет он ходить. Что не хотел бы, чтобы я сделал? Шкафы таскать. Да я откуда знаю, мне никто не говорил. Мне спросили, что будет помогать. Ну что ты уже сказала только что. Так что, он там жемчуг это хоть нормально производит? Он немного сделал, но... Да нет, слушай, так можно туда больше тогда напихать, может они жемчугу будет больше херачить. Ты о чем? Ну, в этот. А, попробуй больше? Да. Так ясен ты, что надо платить больше. Да, он сделал плотину соплывание. Не, ну дикий-то он 100% делает. Если бы я ему времени побольше дала, он мог, ну, побольше натаскать. Он сначала натаскивает фул дерево, потом начинает натаскивать определенное количество цементной пасты и потом только жемчуг. Ну так не собирай цементки, в принципе, у нас нормально, пусть тогда. Пусть больше. Нам жемчуг-то, в принципе, только нужен. Цемент там не особо. Но все равно пригодится. Уже стены строили. Да они там быстро его делают. Я вон весь хитин съел, правда, вчера.
Я вчера всех Ты? Что пошла, я еще что-то пошел. Не пять, не надо. О, что, и три раптора я три. Пошел. А, еще назад я шел, еще одну. В принципе, можно сейчас двумя рексами пойти захерачить эти. Кого? Да, вон там еще. Там Карна и Рекс рядом с лагерем. И Фачи. Так надо Капразуху все равно с собой взять, чтобы он покачался. Капразуха? Ну, ему в пещеру. Он же лагает в воде. Надо на ком-то. Единственное, что я не уверен, что Капразух лезет. Я предложил обобрану. Капразух лезет. Капразух лазит в ту пещеру, я почитал. Он же маленький считается. Да. Поэтому они не выживают. Быстро убивают. У него что, у него плохо, у него хп мало и этого оглушения. А вес мне не нужен. Главное, чтобы меня перенес. Все. Плавает он быстро. Я его сейчас хп затирачу. Теперь у нас яйца будет, только прозуха можно будет. 500, 520, ну как раптор он идет. Вот с какого левела? 57 левела у меня получился. И он идет как раптор. Мне кажется, у раптора даже 57 то больше. Он в дамаг прокачался. Вес 154 всего лишь. Мне кажется, даже меня не перенесет. А я перенесет. Еще бы найти какого-нибудь самца. Но больше не хватит. Макс, ты знаешь, что я хочу у тебя спросить? Откуда же я знаю, что ты хочешь у меня спросить? Пора уже было выучить. Я ж, дашь я ж не Ванга. Дашь нам денег? Нет, конечно. Ничего, когда-нибудь я тебя сломаю. Когда сломаешь, тогда дам. Ты должен был сказать полностью. Полностью. Выражение, к сожалению, я не могу сделать такого лица. Он не может лица? Выражение лица сделать. А, выражение яйца. Яйца, да. Вырождение яйца. Вырождение. Денег-то ты нам дашь? Че, Миша, будем ждать или... В лес, были любые, а сейчас что-то. Или так пойдем. Так Миш сейчас зайдет. А. Отключай, наверное, попьем. Возьмем лазавров для раптора. Я эту возьму сюда. А кто-нибудь там... учил, кстати, сидушку на Капразуха? Нет. Нет. Ой, я уж спать хочу. Хоть один, пожалуйста. Присылай. Всем большим деревьям. Может быть, нет. Ты чокнулся, можно на каждой из них залезать. Ну, хочешь ты? Спасибо. Она может даже и не заметить, в плане того, что они цвета-то как дерево практически. Какая разница? Могут она вообще... сагрится. Да, если сагрится, то да. Но могут они вообще... Но она, видишь, если на таком, на тигре, может и не сагрится. На раптора агрятся. Ты что делаешь? На раптора, да. Фишка в том, что приземляется. Уменьшенный дамаг, да. Стега. Пахи. Я че, его пролистал, что ли? Царк уже. Любите. Да, есть. Блин, хитин нужен,
50. Их скилл так потом. Включаются быстро и скиллится много. Начинал с косарем ХП, я ему прокачал даже на 10 уровней. Сейчас, Миш, я сидушку сделаю для Капразуха, побежим. Я просто сейчас, ему сейчас левел хочу прокачать. Ты еще? Не знаю. Еще не блин, а где хитин можно нафармить здесь где-нибудь на горе? 65 хитина надо. А что, вообще под ноль? Посмотри. Ну я же все выиграл из этих шкафа. Если вдруг...